Для огурцов нет важнее минерала, чем фосфор, особенно в фазе плодоношения. Этот микроэлемент помогает огурцам быстрее завязываться и созревать, стимулирует развитие корневой системы, и поэтому вносить фосфор можно и нужно. Очень много этого микроэлемента в рыбьих головах, костях и в целом в рыбе. Когда вы чистите рыбу, голову всегда выбрасываете, в ней находятся только жабры и кости, и их есть нельзя. Но именно здесь содержится более 40% от всего фосфора в рыбе, поэтому опытные дачники делают уху из рыбьих голов и дают ее огурцам. Для изготовления такого удобрения потребуется всего 300 граммов рыбьих голов и 2 литра воды. Помещаем остатки рыбы в воду, доводим до кипения и варим в течение 50-60 минут. Чем дольше готовить отвар, тем больше количество микроэлементов будет выделено в отвар в форме клейковины. При варке класть соль и специи в бульон не надо, так как растения вкуса не почувствуют, а вот ущерб от специй ощутить могут. Когда уха будет готова, ее нужно будет тщательно процедить и остудить отвар. Затем осторожно поливаем остывшим отваром под корень огурцов по одному стакану. Следим, чтобы отвар не попадал на листья и стебли, поскольку наваристая вода может забить поры растения. Как только польете огурцы, нужно тщательно разгрести землю, чтобы на ней не формировалась корочка, она будет затруднять кислородное питание огурцов. Остатки голов после варки можно смело закопать в землю рядом с огурцами. Так можно насытить почву полезными микроэлементами и улучшить эффект от полива.